Без меня делаете? Кристинка еще? Сажала, треба. Кристинка собирает. Давай. Собирай картошечку. Кристинка, собирай картошечку. Вон дедушке помогай. Помогай. Гай. Она сама хочет взять. На, бери. Молодцы. А вот что нашли, да? О, молодец. Ой, тут розгортати не треба. Не так, як ти от купаєш. Ось, бачиш? Короче, що ви тут устроїли, Катерина? Взяли всі лопатки. Ой, я тут. На, бери. Молодець. Всі стоять, знімають. Дитина паше. Господи, ну може завтра будемо того народу копати. Буде наступний тиждень приїхати. Даємо дітям в оренду. Або приїжджай на наступний тиждень. То опа, ми з тобою молодець. Ще за півчаса його виберемо. Все. Все. Ще одна картопа. Ну це да. Ти знімаєш. Кирила, щоб тою рукою взяти. Все, все, покопали, так? Все, йдемо. Йдемо тепер їсти. Капусту вам треба? Йдемо кушати. Все. Помидоры лежат. Не, серьезно. Это мы играем, то так утром встанем, то будет все схавано. Зайцы забегут сюда и все. Когда захочет ночью, забегут и съедят всю капусту. Зайцы брюссельская. А вон у нас уже перчик даже есть. Такой перчик. Такой разный. Экскурсия по огороду. Накопали картошечки на ужин. На, тримай. Дякую. Вот такой урожай из двух рядочков. Да. Оп. А я буду. Ой. Ой. Яка помощница росте. Давай попробуй нашу. Опа. І ти будеш. Так. Давай, відерку. От сюди. Все. Дуже все принесу. Хай сохне. Так? Да, сохне. Отак. Тіньочку, сохне. Бачиш, яка велика? Большая у нас. Большой лук. Большой-большой. И яблочки большие. Идем компотик сделаем. Идем. И морковка большая. Вот такая. Гигантелла. Все. Все.
передышку. Фуа-гра с гуся. Попка. Тут уборка во втором сарае. Все выносится, все чистится. О, смотрите, какая тут красота у нас. А он такой маленький, узкий. Оказался. Наша хата выжрали. Да, тут еще ящик этот. Иди, смотри, он тебе надо. Сейчас посмотрю. Папа сказал, что это все бред полный. Даже папа сказал. Да. Слушай, тут можно... Самое интересное начинается, потому что у них в жизни тоже опять никто не был. Мышей не было тут? Как? Ну, живых нет, а вообще-то капец их сколько тут. Какашки одни. О-о-о. Ну, посмотри наверх. Не мышьяки. Да. Слоики нам надо этих? Не. Тут еще фотки висели, ты снял? Я уже выкинул. Почитал как. А что ты говоришь, там самое интересное? Ну, потом я еще ни разу не был, я же до сюда тогда убрал. Тут-то было все чисто, я же убрал. Понятно. Будем тут складывать картошку, сушить. Ну, огорода. С огорода. Раскладушки. Вот сколько мотлоха. Там где-то Игорь цемент нашел. Ого. Асфальт будет. Сейчас зальем водой. Цемент. Нашей Кристинке. Где наша Кристинка? Такой возраст начался, почемучки. Она в секунду, в минуту, наверное, в минуту задает 100 вопросов. А что это? А что это? Мистер Мускул. А что это? Смотрите, какой у нас урожай помидор. И такие желтенькие. Круто. Завтра будем закрывать. Это уже второе ведро. И это только с двух рядов первых. Помните, мы садили по порядку? Вот это первый урожай. Вон банки уже готовы. Сегодня накупили на базаре 2-литровых баночек. Так. Мы бака переселили. Тут теперь чистота. Все убрано, видите? Перебрано. Лучок сохнет. Тут под картошечку сделали место. Сколько металла. Thank you.
Даже гири вот такие есть. Круто, да? Тут даже пол деревянный. А це великий ведмедик. А це бджоли. Бжж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 
Вот интересные варвары. Я сейчас дам цапкой по голове. Я шучу, конечно. Вот такие они уже гуси-гиганты. Залетают. Может, опор.